Процесс загрузки майнинга в Poker Tracker 4 можно разбить на несколько простых этапов. Этап 1. Разархивируйте майнинг в любую папку на своем ПК. Убедитесь, что вытащили файлы майнинга из всех имеющихся архивов, и они находятся в одной папке. Этап 2. Теперь перейдите в Poker Tracker. Выберите вкладку Play Poker и нажмите здесь кнопку Get Hands from Disk. В открывшемся окне выбираем Select Directory и указываем путь к той папке, куда вы разархивировали скачанный майнинг. Этап 3. На этом процесс загрузки майнинга завершен. Остается только дождаться, пока все руки будут импортированы в вашу базу. Наблюдать за ходом импорта можно в нижнем левом окне. Больше покер-водов и видеокурсов от профессиональных игроков вы найдете в VIP-клубе нашего сайта pekarstas.com/VIP. Друзья, спасибо за просмотр и хорошего вам дня! Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк данному видео.